Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас снова на своем канале. Сегодняшняя история будет такая, что я отправился в гости к своему другу и вот решил по пути показать красивую природу, заснять немножечко. Сейчас еще дальше дорога длинная, я уже отъехал где-то 150 километров от своего дома. Так слышно лучше. Вот, ну в общем... Путешествие продолжается такое небольшое. По дороге буду снимать красоту. Если товарищ разрешит дома у него поснимать, то поснимаем там канареек, он держит красивых. Но если не разрешит, тогда уже по приезду к себе домой я вам покажу, что я там приобрел. Вот, двигаемся мы на этом автомобиле. Сейчас решил, проехал 150 километров, думаю, надо попить чая. И заодно сниму красоту. Как говорится, душа поэта не выдержала, включил камеру. Вот видите, на какой высоте я нахожусь. Мы будем еще выше подниматься. Речка. Вот она, природа. Энергия жизни. Вода абсолютно чистая. Вот с этой высоты даже видно, что дно просвечивается. Все, идем дальше. Уважаемые зрители, я не знаю, способна моя камера передать такую красоту, но вот тут я нашел... На откосе небольшой водопад. Вот смотрите, общий фон, сейчас покажу вам. Вот видите, река идет. Шум реки, слышно? Не знаю, не слышно. И я сейчас сам нахожусь, вот видите, на краю обрыва. И туда пошел обрыв. Так. Вот присмотритесь, там вот вода, водопадик маленький, его не видно. Вот примерно здесь. Вот. А по левую сторону у нас степя, холмы. Вот такая красота. Это, друзья мои, Карачаево-Черкесия. Вот дорога. Уважаемые зрители, вот истоки того самого водопада, который я считал, что это водопад. Это просто ливневка получается, и здесь она с этого обрыва падает туда в речку. Тут очень как-то опасно, вон, видите, отваливаются куски. Вот на крыше моего автомобиля чашечка горячего чая. Я позволю себе выпить чашку чая и отправимся дальше в путешествие за канарейками. К сожалению, моя техника не способна передать местный колорит. Здесь очень красиво. Здесь вот такие камни с-под земли растут. Пожалуйста, кто увлекается камнями, приезжайте. Красота. А вот я нашел чью-то нору. Может, кто из охотников знает. Вот такая вот нора. Так глубину непонятно. Вот здесь тропа, местные ходят к речке. Вот опять смотрите, какие камни. Их тут достаточно много. Скользко, чуть не упал. Думаю, может себе взять домой какой-нибудь один красивый. Слышите, да, рокот камней? А вот красный, возьму себе домой красный. А нет, он раскованный. Ладно, друзья мои, идем дальше. Вот я нашел такой камень, вот решил его с собой взять домой. Но он тяжелый, одной рукой его сложно взять. В общем, потащил я его в багажник. Вот и вот лицевая сторона.
куда-то потащил в багажник. Все, оттащил я 3 камня себе в багажник. Двигался дальше, но вот снова красота. Видите, какие ущелья в скалах. В горах, вернее. Да? Интересно. Здесь, кстати, очень много разных лесных певчих птиц. Это справа. Справа, в правую сторону от дороги, а вот по левую сторону от дороги мы наблюдаем кукурузные поля. Здесь кукурузу еще не убирали. Вот видите, прямо на обочине дороги вот располагаются такие скалы. Вот, друзья мои, смотрите, извилистая дорога началась, и вот такие вот скалы над нами. Буду медленно показывать. Она прям нависает, как балкон над нами. Надо мной, вернее. Вот она. Может, кто-то из местных смотрит сейчас это видео, узнает местность. И вот видите, даже тут дорога. Частями асфальт, частями осыпается гравий. Я слишком близко подъехал, тут другого места нет. Очень высокая, большая эта гора. Это вот, смотрите, если там макушка, то вот здесь подножье. Вот она дорога. Вот мне удалось немножко отъехать подальше, и теперь видите разницу. Вот машины ездят здесь. Вот за размер этот самый, блин, неудобно, конечно, так. Вот смотрите, машина и гора. Сопоставить, если высоту. И здесь вот местные делают отсев. Впереди уже виднеются горы, которые своими макушками цепляют облака. Зрители, я вот наконец-таки добрался на эту улицу, где живет мой хороший знакомый дядя Саша. От моей калитки до этой улицы получилось 190 километров. Я вот сейчас потихонечку еду и вам быстренько введу вас в курс дела. Значит, дорога тут у них, конечно, не очень гладкая. Значит, суть в том, что я сейчас к нему подъеду и не знаю, как будет развиваться событие. Если разрешит снимать, значит, будем снимать, комментировать, все показывать. Если не разрешит снимать, то я попрошу как бы фотографировать и просто... Короче, буду снимать без комментариев. Вы посмотрите канарейки, ну, в общем, что удастся, все сниму. Но возможно, что будет без комментариев. Так что
Я пока сам не знаю. В общем, все будет у нас не наиграно, и как бы все будет естественно. Все тогда. Вот эта улица, а вот этот дом. Обратите внимание, какая красота. Вот идет ихняя улица, и вот там уже горы. Курортная зона. А тогда не занимались они. Красота какая, да? Ну и еще один это самое. Тут одна он. Яркая. А вот там вверху самцы сидят. Где самцы? А, вот они. Ну, им надо вот такого самца и вот те самки, которые определены. Чтоб самец был поярче красный, да, самки. Разницы нет, самки самка, ну, двух ярких вместе нельзя, Саша. Двух ярких вместе нельзя. Вон горелый лист. Какая красота. Тут птицы, видите, корявые, наверное. С прошлого уёбка. Удалось мне в прошлом году с неё получить ничего. Надеюсь. Вот эта самка, я думал, она самец. Вот с красным лбом самочка, и то самочка, две самочки. Да. Это хорошая самка, она десяток провела мне, как я ее и ставил. А этой самке самца купить, а если попадется в капотке, не куплю. Они там бывают очень редко. А вон воробьиных, два самца сидит. Блин, думал, у меня самка. Она тоже оказалась самцом. Она нестандартная была. Чего? Так, а вот это воробьиные попугаи зеленые. Вот теперь мне две самки. У меня был желтый, белый, голубой. Вот гульды. Подохнули. Но ничего, я их все равно разведу. Зебровый магазин рыжий. Магазин отправил. Красивые. Они только не в этом надо плохо, да? Но они старые все были. Таких вот домой везу. На самом деле. Это два самца. Сараю поймал. Вот, видно? Хорошо видно. Это два самца. Та-дам. Так, а это здесь, значит, на проверке самка-самец. Запоют, значит, самец. Нет, значит, будут самки. Так, ну тут вот, вот это вот самка. Интенсивная.
Вот ее надо сажать вот этим самцом. С бледным, да? Да. Кидайте его туда сюда. Всего одна самка ко мне. Ну не просто бедная. Вот видишь, у нее низ белый. Угу. Голова белая, грудь белая. Она помесь с мозаиками. Помесь с мозаиками. Да. Все отлично, спасибо. А вон гульдята маленькие сидят. Они еще цвет не набрали, да? И они к весне только цвет набрали. Так красиво видно. Вот две пары. Едет в Армавир. Уважаемые зрители, наше видео подходит к концу. За окном уже ночь, практически ночь. Ну, на часах только 6, но уже видите, как темно в горах. Вот небо, вот дорога. Видео подходит к концу. Желаю всем успехов в разведении канареек. Надеюсь, вы почерпнули для себя что-то новое, что-то полезное. Увидели красивых канареечек. Ну, в общем, всего вам доброго, желаю вам успехов в разведении канареек. До скорой встречи на моем канале. Я отправляюсь к себе домой. По приезду домой сниму, когда канареечки обживутся, сниму видео, как они там, что они. Все, до скорой встречи на моем канале.